У програмі «Здорово» на каналі 36.6 ми порушуємо теми, на які варто говорити. Адже немає нічого важливішого за ваше здоров'я. Вітаю! Повернути красу легко. Новітні методи безопераційного ліфтингу. Основний принцип дії радіохвильового ліфтингу та у чому його основна перевага над іншими методами. Що варто знати людям, у яких на шкірі багато родимок, аби не наражати себе на небезпеку? Ірина Лазук – лікар-дерматолог вищої категорії. За роки лікарської практики неодноразово брала участь у наукових конференціях високого рівня, зокрема таких як науково-практична конференція з косметології в місті Хайфа в Ізраїлі, а також була учасником міжнародної конференції Української спілки естетичної медицини на тему «Сучасні технології омолодження. Діагностика, профілактика і корекція ускладнень». Загальний досвід роботи – майже 20 років. У нас в клинике есть оборудование для радиоволновой шлифовки. Какой принцип действия взагалі? Это моя любимая, самая любимая моя процедура. Я очень ее люблю и всегда рекомендую пациентам, которым это показано, потому что я прямо вижу сразу же, какой будет эффект. Я обожаю эту процедуру. Смысл в том, что это фракционный термаж. Сейчас переведу. Поясните. Каждый из нас в течение своей жизни получал ожог маслом со сковородки. И вот когда образуется вот этот пузырь, корочка, и когда эту корочку мы снимаем, то мы видим там нежную розовенькую кожу. Так, так. Вот этим принципом руководствовались основоположники и создатели вот того оборудования, которое есть у нас в клинике, для проведения радиоволновой шлифовки. То есть, грубо говоря, мы индуцируем ожог, но мы его, он абсолютно поверхностный, без никаких пузырей, без никаких особых корочек. Ну, то есть это не травматично, на самом деле. Совершенно нет. Хотя у него есть реабилитационный период, естественно, потому что это глубокое воздействие, и мы понимаем, что коллагеновые волокна, они находятся не в поверхностных слоях кожи, не в эпидермисе, а в дерме. И для того, чтобы на них как-то воздействовать, нужно каким-то образом воздействовать на глубину. И, соответственно, либо это будет какой-то грубый метод, который мы точно почувствуем, например, утюг, да, горячий, или паяльник, да, что мы точно зайдем в глубину, и каждый из нас это почувствует. Либо это должен быть какой-то высокотехнологичный метод, когда мы можем воздействовать на поверхности и не ощущать особых дискомфортов, но при этом этот метод должен иметь возможность уйти в глубину и дойти до уровня дермы, где, собственно, нам нужно, чтобы он проявился, потому что именно там находятся коллагеновые волокна. И вот этот аппарат, он как раз обладает таким действием. При минимальной травматизации, да, фракционной, то есть местами мы наносим с помощью радиоволны, с помощью аппликатора, мы наносим свое воздействие для того, чтобы получить максимальный вот этот термаж или максимальный, опять же, тепловой эффект, как мы уже с вами говорили, глубоко в дерме. Таким образом мы получаем вот эту нежную розовенькую кожу, но не потому, что мы сняли предварительно пласт через пузыри и через корочки, а потому что мы эффективно и активно простимулировали выработку нового коллагена с минимальной эксфолиацией, с минимальным шелушением эпидермиса или верхних слоев кожи на поверхности. Такая активизация идет коллагену. Да. Властного. Да. Очень шикарная процедура. Я рекомендую ее, обожаю ее. Эффект потрясающий. И отказаться от последующей процедуры очень тяжело. Скільки необхідно пройти процедур для досягнення ефекту і який реабілітаційний період? Значит, курсовый протокол такой процедуры – это раз в три недели, грубо говоря, раз в месяц. Нужно сделать три процедуры. И результативность эффекта можно ожидать на протяжении года. То есть, так как это высокая технология, соответственно, и длительность эффекта также достаточная. Реабилитация в день процедуры, могут быть покраснения,
может быть отечность на следующий день и появление небольших гиперпигментационных таких участков, которые, в принципе, тонируются любой косметикой. То есть я не назову эту процедуру, естественно, процедурой кофе-брейка, но процедурой выходного дня назову. Первый раз часто пациент приходит перед выходными для того, чтобы посмотреть, как пройдет реабилитация, потому что она по-разному происходит. Но желательно, да, иметь один день, когда не нужно выходить где-то в социум на публику, на всякий случай. Как минимум один день. Как минимум, да, я бы советовала. Хотя на сегодняшний день у меня большое количество пациентов, которые проходили уже данную процедуру, и те, кто уже ее проходили, очень часто приходят и в обеденный перерыв, и возвращаются после процедуры на работу, и абсолютно комфортно себя чувствуют. Які є протипоказання, які можуть бути ускладнення, якщо говорити в розділі, що часто людина може до нефахового лікаря або взагалі не до лікаря попасти? Здесь, так как здесь нету лазера, да, здесь нету света, то ожоги, в принципе, здесь не могут возникать в данной процедуре, хотя мы, собственно, провоцируем, по большому счету, ожог, мы его уже делаем, да, просто он такой индуцированный и высокотехнологичный, поэтому осложнений каких-то очень сложно получить при данной процедуре, это раз, но противопоказания, естественно, все те же основные противопоказания, это воспалительные какие-то элементы, гнойничковые какие-то высыпания, онкология, не стоит забывать, пигментация, какие-то появления меланоцитарных невусов на коже лица. Это все тоже является противопоказанием для проведения термичных процедур. Ну, одним из основных противопоказаний – это наявність меланомы в тій ділянці, яку людина хоче, пацієнт хоче омолодити. Естественно, конечно. Відповідно, лазер або радіохвильова процедура – прискорить ріст, чи що відбувається? Ну, я хочу зрозуміти, яка буде шкода, якщо людина і пацієнт піде не до лікаря-косметолога, а просто до косметолога в салон краси. І яка біда може бути, якщо косметолог не зрозуміє, не побачить, не продіагностує, що є меланома на обличчі? Хочу сказати, що меланома сьогодні помолоділа. Участились случаи, и количество пациентов растет неумолимо с каждым днем. Поэтому даже не делая никаких процедур и не зная о том, что есть меланома, и продолжая жить, как пациент жил, не обращаясь к специалисту, это уже плохо. Соответственно, любое воздействие, даже ультрафиолета, то есть даже солнца на кожу пациента с меланомой, ухудшает ее состояние, потому что одним из факторов и 70%, 80% каких-то источников появления меланомы является солнечный свет. И, соответственно, любые лазерные процедуры также могут негативно влиять на кожу у пациента со склонностью к новообразованию. И, как мы говорили с вами уже, что онкология является противопоказанием для любых процедур. Соответственно, онкология кожи, а меланома – это является онкологическим заболеванием кожи. Стоит понимать, что все процедуры противопоказаны. Стоит понимать, что нужно быть под четким наблюдением онкологов, даже не дерматологов. Я хочу, щоб ви саме зауважили і вкотре акцентували, що, ну, враховуючи таку небезпеку, дуже важливо саме відвідувати лікаря-косметолога. Не просто по косметичним салонам ходити, а дуже відповідально поставитись. Тому що простий косметолог, я правильно розумію, конечно, він може не помітити це новоутворення. Ну, чи так я розумію насправді? Конечно, естественно, я вам даже больше скажу, даже врач, не дерматолог, очень часто может не заметить злокачественного образования на коже, не обладая знаниями дерматоскопии для диагностики тех же злокачественных новообразований кожи. В первую очередь стоит, чтобы вами занимался врач. Радіохвильовий ліфтинг шкіри заснований на дії електромагнітних імпульсів, здатних викликати розігрів структури шкіри. Цей метод дуже популярний у світі і успішно застосовується у медицині та косметології.
адже його ефективність у боротьбі з такими поширеними жіночими проблемами, як зморшки, в'ялість шкіри, целюліт і розтяжки, заслуговує найвищої оцінки. Радіохвильовий ліфтинг сприяє розширенню кровоносних судин і капілярів, поліпшує мікроциркуляцію в них, підвищує еластичність судин, усуває застій крові в капілярах. Враховуючи високу ефективність методу і низький рівень травматизації, радіохвильове омолодження можна використовувати практично на усіх ділянках шкіри і навіть на дуже делікатних. Але звісно, що головним у прагненні зберегти красу залишається обміркований вибір лікаря-косметолога. Бути здоровим – це не лише приємно, це ще красиво і модно. Тож отримуйте задоволення від життя і будьте у тренді разом із програмою «Здорово на 36,6».